бумажное шоу, аниматоры и мастер-классы. Сегодня здесь интересно. В лесном городке провели праздник для детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителей. На протяжении уже 5 лет к Дню инвалида вот, мы проводим такие массовые мероприятия. В нашей организации воспитываются детки, семьи с детьми-инвалидами. И, конечно, мы никогда про них не забываем. 15 ребят из Звенигорода смогли пообщаться друг с другом и провести время в семейном кругу. Для них создали атмосферу веселья и подарили положительные эмоции, которые так важны для особенных детей. Впервые в нашем формате это многодетные семьи с детьми с определенными ограничениями. Вы знаете, это некая волнительность, потому что дети особые, но мы очень рады создать для них такую ситуацию, чтобы и мамы отдохнули, и дети бы с собой пообщались. В трехчасовую программу вошли и увлекательные мастер-классы. Александр не понаслышке знает, как порой бывает трудно воспитывать детей. У самого 2 сыновей. Почувствовать себя ближе с ними помогают совместные игры. Рад сейчас собирать такие интересные колбочки вместе с детишками, помогать им заниматься рукотворным каким-то производством. Они все горят этим, они все улыбаются, это самое главное, это, наверное, самое важное, что мы можем подарить детям, это хорошее настроение, улыбку и, наверное, частичку себя подарить им. Родители смогли отдохнуть, пока с ребятами занимались аниматоры. По словам организаторов, необходимо поддерживать семьи с особенными детьми. На территории Одинцовского городского округа более 16 тысяч таких людей, о которых мы знаем. И действительно им надо помочь не только в трудную минуту, но и сделать для них праздник, сделать для них интересные программы. Для детей надо делать интересную развлекательную программу в преддверии Нового года. Сегодня администрация округа Одинцовского, НКО «Всем добра», и при нашей скромной поддержке, мне кажется, организовала очень позитивный такой предновогодний праздник для ребят и их родителей. Мы очень надеемся, что это мероприятие будет еще одним таким маленьким кирпичиком, вкладом в их становление, в их счастливое самоощущение. После шумного веселья всех ждали праздничный стол и сладкие подарки. Устраивать такие события в Одинцовском округе организаторы пообещали чаще. Екатерина Крамер, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».